Винодел Иван Каракчизиди показывает главе курорта Юрию Полякову гончарные изделия. По его мнению, Анапа – место, где можно и нужно проводить отраслевые выставки-ярмарки. Ссылается на мировую практику. По мнению Юрия Полякова, у гастрономической части праздника не хватает кубанской частички. Главное – сформировать предложение. Если гости распробуют, то это может стать одной из оригинальных фишек курорта. Мы точно так же можем использовать нашу кубанскую кухню с теми же варениками. Все то, что у нас делают. Другая, не менее самобытная часть, которой уделяется все больше внимания, работы мастеров различных промыслов. Они обратились к главе муниципалитета с просьбой закрепить за ними постоянное место, где они могли бы продавать свои изделия. Некоторые из них вполне практичны в быту. Юрий Поляков дал соответствующее поручение. Молодежь будет проникаться тем патриотизмом, который был у наших дедов и отцов. В сквере Гудовича Юрий Поляков сделал отметку на карте Победы того места, где воевал его дед. Как рассказали в Центре патриотического воспитания «Ратмир», молодежь все больше интересуется историей, и эту потребность они стараются восполнять. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.